Российская певица Нюша исполнила гимн РФ перед игрой «Авангарда» с АК «Барсом», встретившихся в матче за Кубок Гагарина. Команды встретились на арене в Балашихе, а перед началом игры гимн исполнила популярная исполнительница. Видео своего выступления она запостила в свой аккаунт в Instagram и призналась, что не может скрывать свое волнение до сих пор. Больше по теме певица Нюша обновила образ после родов и изменила прическу. Звезда опубликовала фото в новом образе в своем Instagram. «Честно вам признаюсь, я еще никогда так не волновалась за свое выступление. Огромная ответственность исполнять гимн своей страны на таком грандиозном событии среди людей, которые поют вместе с тобой каждое слово душой и сердцем», — написала Нюша. В комментариях один из поклонников отметил, что слышно сбившееся дыхание Нюши, которое он назвал одышкой, но звезда его поправила и отметила, что это волнение, а не одышка, а кроме того, пригласила на свой концерт, где она выступает в спокойной обстановке.